Насекомые атаковали два села в Алматинской области. В Кигенском районе фермеры столкнулись с серьезной проблемой. Нашествие червей угрожает посевной кампании. Опасные вредители быстро распространяются по сельхозугодьям и уничтожают все растения на своем пути. Крестьяне боятся потерять урожай, а чиновники, по их словам, не спешат обрабатывать поля химикатами. Как быть и что теперь делать, аграриям узнавала Адель Вжаркенова. С потеплением фермеры села Кайнусибекова и Жалагаш начали замечать, как полчища червей заполонили посевные поля. С такой ситуацией опытные земледельцы столкнулись впервые, поэтому сразу забили тревогу. Ведь с каждым днем промедления численность насекомых растет с геометрической прогрессией. Если верить словам аграриев, только за одну неделю вредители уничтожили сотни гектар полевых цветов и сорных растений. Если так пойдет и дальше, боятся фермеры, урожая им в этом году не видать. Съедает все на своем пути. Как нам сеять поля? Что вырастет на такой земле? Если ничего не делать, они отложат личинки и выйдут следующей весной. Сейчас они все здесь съедят и перейдут в огороды. Мы не знаем, чем травить, что с ними делать. Сельское хозяйство – основной драйвер Кигенского района. В двух селах, которые заполонили вредители, работают 137 крестьянских хозяйств. Сейчас их деятельность находится под угрозой, поэтому жители просят помощи у местных властей. Нам сказали, что это не карантинный жук. Бороться с ним самим. Но их там миллионы. В прошлом году мучила саранча, но с ней хотя бы мы знаем, что делать. А вот такое впервые. Это же продовольственная безопасность. Чиновники отказались применять химические средства защиты растений для борьбы с вредителями. Однако после многочисленных жалоб аграриев областная инспекция провела экспертизу состояния сельхозугодий. В специальной лаборатории мы провели анализ. Он показал, что этот вредитель – рапсовый листоед. Его появление мы связываем с ранней весной и потеплением. Это насекомое не относится к классу особо опасных карантинных вредителей, поэтому средства на дезинсекцию не выделяются. Мы дадим аграриям рекомендации по борьбе с насекомым. Теперь сотни людей, чей единственный доход связан с сельским хозяйством, вынуждены искать и покупать за свой счет химикаты и технику для обработки сотен гектаров земли. На данный момент ситуация остается напряженной, и фермеры сами ищут способ спасти посевные поля от вредителей. Аделя Кшаркинова, Жаксол Клипберген, телеканал Алмата.